Фильм «Алматы, я люблю тебя» полюбится зрителю, и он будет его пересматривать, говорят актеры нашумевшего казахстанского киноальманаха. Съемочная группа поделилась деталями съемок кинокартины в преддверии масштабного проката. Напомню, это будет микс киножанров, режиссерских работ и жизненных историй. Особой линией в фильме проходит роль детей. Подробнее о детях в кино расскажет Анара Нуртазина. Редкий для казахстанской киноиндустрии киноальманах будет состоять из нескольких новелл. Одна из них – история о детдомовском мальчишке. В суете будни главный герой знакомится с таксистом. Зритель может еще раз убедиться, насколько ложным порой оказывается первое впечатление о человеке. Работа с маленьким актером доставила удовольствие, делится исполнитель главной роли в новелле Еркан Губашев. Мы с ним очень классно поладили, и он, вел себя очень профессионально. Мне понравилось. Каждую сцену разгоняешь, репетируем и так далее, мы друг другу советуем. Я беру у него, у меня что-то берет, и мы... Всегда идет обмен, да, обмен информацией, обмен энергиями даже на каком-то таком уровне. И мы обмениваемся опытом даже своим жизненным. Он как мальчишка, я как взрослый. Подрастающее казахстанское поколение актеров очень талантливое, делится главная героиня еще одной из новелл Альмира Турсын. Она исполняет роль мамы особенного ребенка. Зачастую дети-актеры затмевают своих старших коллег по цеху и демонстрируют большой профессионализм, рассказывает она. Новые поколения, они очень свободные, у них совсем другой уровень мышления, они более раскрепощенные, у них мечты и масштаб мышления даже другой. И работая, имея опыт работы с маленькими актерами, действительно восхищаюсь, потому что есть ребята, вот были ребята, детишки, у которых, знаете, фильмография намного круче, чем даже у некоторых взрослых актеров. Они очень, во-первых, активные, у них глазки горят, они очень живые. Они гибкие. Богатый актерский состав фильма «Алматы, я люблю тебя» уверен, микс жанров найдет отклик в сердцах зрителей. Создатели ленты собрали интересные истории, факты о всеми любимом мегаполисе, постарались показать самые известные локации города. Большое внимание в картине уделено музыкальному сопровождению. Посмотреть киноальманах казахстанцы смогут на больших экранах 7 марта. Анара Нуртазина, Асет Елимбаев, Астана Таймс, Алматы.